Да. Это я сегодня прислал газету. Там в Америке Конгресс года собрали. Байден был и по... То, что вот потепление, газификация, газы проходят. Да, да. Читал? Нет, а что читать? И вот пока газы, там вот там красивый костюм, там вот красивая женщина, и бабы к ней подсел, и как то, долго продолжительно. А, газификация. Я заснул, заснул и пернул. Не, вот чего другого места. Да. В этом газете пишут. Ну а что, он старый человек, он сидит, он не может... Зачем такое обсуждение? Ну и попу, ну и что дальше? Ну, кстати, Юра, а то, что они знают, что не снимают, приготовились. Первая схватка, $100. Опа! Я ставлю на стену. А я ставлю на тебя. А Юрий сразу будет платить. Ну что, Макс, ты готов? Приготовились? Сейчас я. Где здесь это? Время. Ага, вот. 5 схваток? 5 схваток по 4 минуты. Думал, подойдет. Так, это часы, будильник, таймер, секундомер, вот. Так, здесь что нужно? Обнулить. Значит, стоп, стоп, кстати, пожалуйста, ты с той стороны, Макс с этой стороны. Или да, все равно, Макс с той стороны. Да, куда, туда, 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 Макс еще, сюда, сюда, сюда. Подвесить, подвесить, подвесить. Да, вот так, чтобы просто как бы люди могли в боку. Не играет роли. Значит, ваша задача. Одна схватка, вторая схватка, третья, четвертая, пятая. Твоя задача набрать, знаешь сколько? 70 очков. 5 иконов это 50. А надо набрать 70. Значит, что надо делать? Надо делать 2 базара. Побежал 10 секунд, запустил. Побежал 10 секунд, это уже 14. 14 на 5, раз 70. В базаре не япон делает. В базаре 2 базаре, 14. Макс, тебе набрать 30 штук надо. Готовы? Нет. Давай. 40. Да, а то ты еще выиграешь. Вы же говорите. Все, время. Не надо. Четыре минуты по-любому будет. Выиграл, не выиграл. Три минуты отдыха. Япон. 10-0. Все? Нижний до Япона будет. Тогда 100 очков. Максу 30, Кристиану 100. Опять идешь одной рукой. Опять одной рукой идет. Значит, надо душить. Наоборот. Вот. Базаре, Кристиан. Я не знаю, что ты. Как мне? Хоть просто понимаю. А там где? А, я попутал цепь, что просто тебе не больше. Здравствуйте, тренер. Давай. Я же сделал за цепь, ну просто покажу. Я сделал за цепь, но он упал-то куда? Он сделал контрприем. Хорошо. Вот, 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 вот,
был упал на лавку, он въехал, то телевизор уже выиграет. Пора бы телевизор ставить на кон. 17-0. Вот тут. А, это маленький. Еще нас отпустили и раньше еще 20 минут. Давай трюха передеваться. 27. Как? Субботу, 5 суббот вообще. Да, я не понимаю, тут 5 суббот еще учиться. Пожалуйста. Четыре схватки у вас. Каждые четыре схватки хватает. Ну, отдыхайте, отдыхайте. Так, а мне нужно что сделать? Мне нужно подключить телефон. Попытаться сделать прямую трансляцию. Контакты. Так, Максим, когда будет время? Интересная информация. Теперь, чтобы соединить, что Макс надо сделать два телефона? Wi-Fi, да? Не Wi-Fi, а как называется? Bluetooth. Где-то он Bluetooth будет. Вот. Так. Тогда Wi-Fi надо выключить. Правильно? Нам нужно тогда. Ну, но... ну, если с моего телефона сюда, то нужен прикрепить. Так, еще у вас 2,5 минуты отдыха. Так, здесь. Я в туалете. Да, окей. Сколько воду не пейте? Так, смотрим. Хорошо, а что же у меня? Узнать, подключился или нет. Тишину. Это. Так, я не вижу. Так, я вижу. Можно вот это нажать. Так, в контакте. Ой, блин.
другой телефон, не могу привыкнуть. Давайте, мальчики, одевайте, сейчас бороться будете. Хорошо. Сергей, давайте дверь закроем. Порано и так. Давай, дверь ему закроем. Че, пукнешь, а что, я потом умру здесь? Вперед, разогреваться сразу, и все, будешь бороться, и сразу будет так жарко, что... Кажется, Сергей Анатольевич, блин, я вас прошу, блин. Так, где у меня это? Кто? Контакт, извините. Контакт, ты где? На кого хотите позвонить? Нажмите еще раз для выхода. Так. Да что ты, блин? Так. Теперь сюда, что ли? Где здесь контакты? Ну, здесь можно зайти. Инстаграм. Да, в Фейсбуке буду проводить сейчас. Или я не поставил. Тут может быть. Наверное, я не поставил сейчас. Что туда в Фейсбуке, блин? Я Фейсбук. О, так прямой эфир. Есть. Эй! У вас осталось 30 секунд. Сейчас придут все. И сам не себя делаешь. Я разминаю себе. Жоп тоже. Палец. Что вы здесь? Быстренько встали. Да. Вот туда. Можно. Нет, там, ты взял чужой поезд там. Потом мне приходилось это. Есть такая штука маленькая там, нет, в зале? Нет, вот здесь вот, нет, вот тут должна была. Нет, хорошо, все, ладно, я это вставлю. Так. Любой пояс Андрюха. Уже по жопам уже имеет свой. День туалеты. Давай, давай. Что там еще осталось? Кто там еще остался? Никто. А Вики делал где? Пошел за форме. Он бы жестко. Просто в прошлый раз вы не сделали. Давай, встали. Встали, быстрее, встали, быстрее, встали. Значит, вы разминаетесь. Вот здесь, вот, вот этот ковер. А вы готовитесь бороться. Четыре складки у вас. Оленели. Дрепс. Все, побежали. Сейчас они пробегут 8 кругов. Бегом, 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 бегом. Бегом. Пошли, 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 пошли. Раз, пошел Андрюха, побежал, побежал. Так, ну что, чтоб мне не стыдно было за прямой эфир. Так, сейчас мне нужно что сделать? А, здесь поворот, 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 поехали. А остальные уже сделали? Дети. Дети, что-то у них или 7 уроков кто-то сделал. Так, аудитория, коснитесь, чтобы добавить описание. Коснулся, где добавить описание? А мальчик? Нет, нет, нет. Давайте, 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 сейчас Макс придет. Жой, пошли, пошли, пошли. О, Жой, да. Так, готово. Если готово, то почему я не вижу? Значит, ладно, а вот то, что я не вижу. Хорошо. Встали сюда. Андрюха, вот сюда. Андрей, вон туда. Дам, вон туда. Вы вдвоем туда. Пошли разминаемся. Вы готовы? Приготовились.
студентами. Да, ты сейчас иду. Мне за... У вас открытый урок. У вас открытый урок. Вся администрация к вам пришла. Да? Здравствуйте, присаживайтесь. Я писал сегодня эти какие-то фиши там в отдел кадров. Какие-то фиши? Это ваши фиши. Каждый год я живу здесь. А сколько у вас в списке сегодня должно быть? У меня? Сейчас я вам скажу, сколько должно быть. Значит так, группа номер, младшая группа, еще вот такая, должно быть 12 человек, пока никого, наверное, седьмую. Это сейчас я вам скажу сколько. Я могу сказать, кто не ходит, и с ними разберемся. Нет, сегодня кто отсутствует, сколько где отсутствует. Мы сейчас идем чай. Потому что здесь я вижу только спортсменов, только компионов. Да, том-то и дело. А остальные, которые кушают от джаба. О! Здесь настоящие спортсмены. Отлично. А те, кто, кого здесь нет, они курят на улице, правильно? Да. Нет, они даже курить не могут. Они даже не курят. Ой, я с удовольствием уберемся этого. В основном как все ходят, но просто с этими сильными уроками. Сейчас один побежал в мазоформ, он вообще три раза тренируется в день. Я с удовольствием дам каждого, кто сколько ходил. Так, вы готовы бороться? Нет. Так, сейчас, время включаю. 37 на 10, да? 37 на 10. Мне сколько? 7 сейчас нужно, да? Тебе 100. Я же думал, надо и полом вам бороться. То есть каждый, смотри, вот есть, каждый склад, 4 складки. Каждый склад, ты можешь по 2. Минимум. Ему 40. Внимание, вы готовы? Хаджин, 4 минуты, ваши партии. Ты держишь одной рукой, Макс, не бери далеко. Левой рукой надо брать, не правой. Левой, другой рукой. Через спину. Через спину и уйти. Левой рукой в рот возьми. Вот держи руку. Поезд пошел. Добрый, давайте. Вот сейчас комиссия, вот только приходили, проверяли. В этот час мы на данный момент свой код, а тоже проход. Опять руку суешь, вон. 47. Не подходи ко мне, вперед раздеваться. Можно минутку, пожалуйста? Что? Можно минутку, пожалуйста? Нельзя. Я вонючий, я напутал здесь. Да. Вперед, разминаться. Давай, Ваня, разминаться, кое-что болтает. Вперед, ребят. Только что ходи, приходил на проверку. Что? Бороться? 4 минуты. Хорошо. Вперед. Ты уходишь с ковра, поэтому я тебя... Вот. Нет, последний был. Да. Ты не должен быть. Маленький пример, я понимаю, все равно стоит. Я буду подсказывать, я думаю, второму, но кто падает, тому чаще. Я с одной рукой правильно делаю пуска. Хаджина. Переодеваемся, быстро разминаемся. 4 складки. Хорошо, это не всегда. Левый рукой. Да спать. А у вас сахарный такой фон. Ага, репиди, гай лефиди, репиди. Уходишь за вперед, нельзя. 57. Хаджина, осталось полторы минуты. Вон. Все, оставь меня. Сейчас. Макс готов? Хорошо.
подробно как бороться. Не отпускают. Не отпускают, нашел стойки сильней. Вот. А что это? И сделаешь такой премиум, бьешь. Ручку просунуть, ручку. О! Нет. Хаджи. Мате. Я извиняюсь, но... Разреши ему дать пяточку. Хорошо? 15. Давай, не сиди! Сейчас они отдыхают, и вы сейчас будете учковые броски делать. А где ты не там? Ты тут можешь вперед красочки делать. Сорамате. Курки одели, девочки, быстрее. Поклонились, надыхайте 5 минут. Так. Давайте не разговаривайте. Так, следующее. Сколько там было? 67 на 15. Как? На 15. 77, да, Макс правильно. 77. Сколько Макс? 20 секунд. У него было 15, а сейчас секунд. 20 у него. 25 у него. 20. И болевой, кажется, я буду сказать, потому что я поднял так и так. Хорошо? Так. Одеваешь кимоно, садишься туда. Так, понял. Идешь к этому. Вы вдвоем. Ваня, Боля. У Чикови 10 поворотов, по 1 бросок. Они не разминаются. Они что разминаются, что не разминаются. Эффект один. Так, Коля разминается. Андрей, идешь к Дану. Коля, вот здесь разминается. Пошли, цирку. Пошли. Учекоми, бросок, цирку. Вы отдыхаете. Учекоми, бросок. 10 раз повернуться, 1 раз бросить. Пошли, сейчас еще начальство придет вас проверять. А этот балбес опять не приходит, да? Ну хорошо. Да. Серво, пошли у Чикоми бросок. Туда переодеваться. Еще раз. Нет. Так ты пока туда-сюда, уже тренировка кончится. Нет, я быстро. Нет. Пошли, что ты ходишь? Андрей, этот... Вперед, переодеваемся! Так у нее дома, Сергей Анатольевич. Что у нее дома? Форма дома, вот тут живет, рядом. Что ты здесь живешь, блин? Да во сколько тренировка должна быть? 7-й урок? Так с собой надо брать. Сейчас приходят, проверяют. Вы! Домой они пошли, блин. Бестолковые, блин. Да ёлки-палки.
Давай. Да ёлки-палки, блин. Коля разминается. Пошли, работаем. Сербу, ты работаешь или что? Пошли. Да, ты как будто родился только что. Давай работай. Коля, бери его на этого мешка. Вперед, и где этот Дан? Дан где? Боля, младший. Боля! Боля, эй! Вон туда разминаться с Колей, быстрее! Боля, проснись! Один парень разминается. Нет, их не трогай пока. Мало их не трогай. Пошли. Не надо здесь бегать. Пожалуйста, не бегаем. Давай. Разминайся, что ты одной рукой, двумя руками. Хорошо. Ваня, Саша, что вы стоите мертвые? Поделайте. Так, какая клиния, у какой клиния этот телефон работает? Ну то сколько можно? Первый раз. Больше не надо, каждый раз по разу. Ну и что, что тата? Да, включи свет, пожалуйста, там. Включи. Пошли. Пошел. Ну что, мне считать, что ли, надо? Быстрее, Денис, время, Денис. Он встал. Как в кафе, блин? Да, если ставили, опять другие мои куртки. Ну, Костя, вот здесь. Так, Коля, все, возьми его вон туда, на середину. Вот туда, на середину. Я считаю, вы делаете первый номер ручками делали. Приготовились. Не снимай куртку. Уже готовься бороться. Ты что, детский? Зачем? Коля, дальше туда. Дальше. Первый номер. Пошли, задняя подножка. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. Бросок! Быстрее, второй номер встает. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять. Хоп! Так, бросок через плечо, через бедро. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9. Бросок. Поменяли. Второй номер. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9. И бросок. Ставим шпагат. Шпагат ставим. Макс, ты заправился сейчас за руки вам? Себур, ты плохо слышишь? Шпагат. Макс, встань!
ты заправлен. Вот куда ушел. Что ты мне мешаешь? Заправь поезд нормально. Спугаться-то им.